14.30 в регионе в прямом эфире телеканала «Россия Вести Ульяновск», студии Ирина Силкина. Здравствуйте. И в начале главные темы. Вовремя выявили контактных. Заболевшие ковидом студенты из Индии уже выписываются. Опасности заражения нет. От регистрации права собственности до прививки от коронавируса. Алексей Русских оценил работу МФЦ в Ульяновске. Аномальная погода. В ближайшие выходные май удивит ульяновцев жарой. МЧС предупреждает об опасности пожаров. В Ульяновске зафиксировали вспышку коронавируса среди иностранных студентов. Его подхватили учащиеся УГУ, которые приехали за знаниями из Индии. В некоторых СМИ прокатились сообщения о том, что в регион мог проникнуть атипичный штамм вируса. Однако в Роспотребнадзоре советуют не драматизировать события. Тему продолжит Эдуард Истомин. В середине апреля в Ульяновск двумя партиями прибыли индийские студенты. Они обучаются в УЛГУ по специальности «Лечебное дело». При переезде через границу тест на ковид у них был отрицательным. Но потом общая картина изменилась. Так как у них один затемпературил, обследовали контактных. И вот из обследованных контактных положительным результатом выявили 60 человек. Из них 24 пациента лечатся в Центральной городской клинической больнице. Сюда они поступили 6 мая. Заболевание не в тяжелой форме. Они получают лечение стандартное, которое выполняется согласно рекомендациям. Получают лечение в полном объеме. Состояние их удовлетворительное. Пациентов с необходимостью респираторной поддержки у нас нет. По словам врачей, у индийских студентов брали анализы. Но результаты пока неизвестны. Это же подтвердили и в Роспотребнадзоре. А посему говорить о проникновении в регион индийского штамма коронавируса рано. То есть на сегодня официально мы информацию на каждого студента, какой у него вирус, у него есть положительный коронавирус 19. А то, что какой штамм, мы это еще не получили официально. Кроме больных ковидом, есть и контактные студенты из Индии. У них вынуждены режимы изоляции. Ради этого им предоставили отдельные места для проживания. Именно здесь, в гостинице «Советская», размещается так называемый хостел. В нем под наблюдением находятся индийские студенты. Но дверь в него закрыта в целях безопасности. Несмотря на ограничительные меры, индийские студенты ни в чем не нуждаются. Продукты им приносят в вестибюль. Затем люди в защитных костюмах передают еду. Заботу об иностранных студентах проявляет и классический университет. На данный момент у нас развернулся обсерваторий на территории СОК «Чайка», где студентам обеспечат все комфортные условия с учетом их особенностей. Наших ребят мы уже поскорее ждем в нашу семью и желаем им скорейшего выздоровления. По словам врачей, некоторых больных уже выписали. Это сделали после повторных анализов. Пробы оказались отрицательными. Эдуард Истомин, Денис Миронов, Вести Ульяновск. 350 тысяч услуг получили ульяновцы в многофункциональных центрах с начала года. Алексей Русских оценил сервисы и поручил усовершенствовать работу отделений. Центр «Мои документы» в Заволжье он осмотрел лично. В холле пообщался с посетителями. В режиме единого окна горожане чаще всего регистрируют права собственности, подают заявления на пособие, а также получают паспорта. Очень удовлетворен уровнем. Абсолютно не хуже, чем лучшие МФЦ в Москве. Вот. Переговорил с некоторыми клиентами, в том числе и с инвалидами на инвалидной коляске. Все очень высоко оценивают уровень сервиса. Это здорово. Давайте так, Светлана Владимировна, и будем дальше работать. Всего у нас 343 окна, в том числе в городе Ульяновске 146. У нас было обращение людей, где попросили на нижней террасе, где проживает 20 тысяч населения, открыть еще как территориально обособленное подразделение на 4 окна. В ближайшие годы ульяновцы смогут получать в электронном виде через портал госуслуги 95% всех социально значимых государственных и муниципальных услуг. А пока в многофункциональных центрах можно сделать даже прививку от коронавируса. Пункты вакцинации открыты в отделениях Ленинского и Заволжского районов города. Алексей Русских поручил активизировать их работу, чтобы привлекать на процедуры как можно больше ульяновцев.
Ближайшие выходные в 73-м регионе будут жаркими. Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 9 градусов и более. Аномальную для мая погоду синоптики прогнозируют в большинстве районов Ульяновской области. По данным в Ульяновске, Дмитровграде, Новоульяновске и ряде районов области устанавливается 4-й класс пожарной опасности. Особую опасность представляют бесконечные палы сухой травы, которые могут привести к переходу огня не только на лесной фонд, но и населенные пункты. Главное управление МЧС России по Ульяновской области призывает жителей региона проявлять сознательность, быть предельно осторожными с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности. По данным регионального управления МЧС, за минувшие сутки произошло более 10 пожаров. Одно из самых ярких огненных ЧП в заброшенном садовом товариществе «Мостостроитель». Огонь там захватил площадь 800 квадратных метров. Борьба со стихией серьезно осложнялась рельефом местности. В тушении задействовали 16 единиц спецтехники и 49 пожарных. Напомню, в регионе действуют особые противопожарные режимы. Чтобы ваша неосторожность не стала причиной пожара, следует избегать разжигания костров на полях или в лесу, не бросать непотушенные окурки в траву. Также привести к пожару может и бесконтрольное сжигание мусора. Это Вести Ульяновск. Мы продолжаем. В Ульяновске продолжают внедрять новый мобильный метод диагностики ВИЧ-инфекции и СПИДа. Любой желающий сможет сдать анализ, что называется, на ходу. И за считанные минуты уже получить результат. Для этого даже не придется отпрашиваться с работы. Как это сделать, расскажет Яна Федорищева. Быстро, удобно, а главное – анонимно. Вот так можно узнать результаты теста на ВИЧ-инфекцию. Здесь не спросят паспорт, а сама процедура займет всего несколько минут. У нас специальные тесты, которые показывают результат в течение 10-15 минут. Оперативную лабораторию развернули в самом центре города, прямо в салоне авто. Принимать пациентов здесь начали как раз в полуденный час пик, когда многие спешили на обед, а между делом успели и о здоровье позаботиться. Нечего тут бояться, надо делать и всегда заботиться о своем здоровье, также о здоровье своих окружающих и близких. Такого настроя боится даже сухая статистика. Последние 3 года индикатор заболеваемости стремительно пополз вниз, а в прошлом буквально рухнул сразу на 27%. Правда, вместе с этим еще и повзрослел. Люди как раз старшего поколения, старше 40 лет и 50 лет, они думают, что эта болезнь пройдет мимо и не задумываются о том, что надо тестироваться. Следующая остановка мобильной бригады будет уже в области. Подробный график работы передвижной лаборатории можно узнать на сайте Центр СПИД 73. Защищен, значит вооружен. Яна Федорищева и Антон Дурнов. Вести Ульяновск. Сегодня в Ульяновске завершающий день 56-й межрегиональной медицинской конференции. Впервые она прошла в онлайн-формате. К форуму присоединились и эксперты федерального уровня. За 2 дня врачи успели обменяться опытом и обсудить острые вопросы в здравоохранении. О новом качестве жизни для всех поколений расскажет Марина Тимофеева. Снижение смертности, повышение доступности и качества медицинской помощи с подобными темами светила отечественной медицины выступали в первый день форума. На повестке самые актуальные вопросы отрасли. 20-й год дал о себе знать. Нагрузка очень была много. Даже иногда у меня за сутки выходили 17 больных ковидных, которые перевозили. Елена Артемьева работает на скорой помощи уже 19 лет. За преданность профессии региональные награды. Цветы и благодарственные письма – это только маленькое спасибо за то, что они делают для нас. Конечно, национальные проекты реализуются силами медицинских работников, начиная от санитарочек, медицинских сестер. За время пандемии несколько больниц перепрофилировали в ковидные госпитали. Туда сразу направили дополнительно более 300 врачей и медсестер. Были брошены все силы на борьбу с коронавирусной инфекцией. Мы последовательно принимали решение в поддержку лечебной сферы и продолжаем коллективно и лично помогать медучреждениям области. COVID-19 хоть и стал главной темой программы конференции, но на повестке дня и задачи национального проекта здравоохранения. Наладить первичную медико-санитарную помощь, оснастить оборудованием базы детских и взрослых поликлиник и, конечно, снизить смертность от онкологических заболеваний. Опережать целевые показатели помогают технологии ядерной медицины. Центр радиологии и онкологии ФМБА России только за прошлый год принял 15 тысяч пациентов с разных регионов страны. Сердцем центра является центр протонной терапии. Это уникальная методика, позволяющая осуществлять максимально точное лечение пациентов со сложными заболеваниями, в том числе метастатические поражения при онкологических заболеваниях. Там и во многих других ульяновских больницах уже пользуются современными цифровыми технологиями. Приблизить медицинскую помощь населению Ульяновской области и в том числе под самых отдаленных населенных пунктов.
Мы закупаем современное медицинское оборудование. Новый ангиограф уже служит в Ульяновской областной клинической больнице. Вот так выглядит инфаркт миокарда. Современная установка дает возможность увидеть полную картину состояния пациента, определить объем оперативного вмешательства и поставить точный диагноз. Конструктивная особенность C-дуги, которая выполнена в более углубленной форме, что позволяет в редких случаях при необходимости использовать те проекции, которые мы раньше не могли использовать для визуализации артерий. Умная система состояния пациента выводит на экран. Все синхронизируется с компьютерным и магнитно-резонансным томографами. Три секционных заседания по разным направлениям в двухдневной конференции о развитии и преимуществах на пути к новому качеству жизни для всех поколений. Марина Тимофеева, Алексей Прохоров, Михаил Державин, Вести, Ульяновск. Воспользоваться билетом в прошлое, чтобы оказаться на шаг впереди в будущем. В Ульяновске меняют представление о региональном образовании. Говорящие роботы, 3D-принтеры и шлемы виртуальной реальности, конечно, хороши. Но достаточно ли этого, чтобы выйти на новый образовательный уровень? Как в регионе строят эффективную модель школьной жизни, расскажет Яна Федорищева. Здесь вы видите экзаменационные столы, подлинную подпись Керенского, печать губернской гимназии. Типичный класс 19 века и такая же привычная для былых реформаторов лаборантская. Под стеклом подлинные и до сих пор рабочие приборы. Вот раз и в другом шарике мы получаем мгновенный процесс кипения. Какие два законы физики работают одновременно и приводят к такому результату? Теплоотдача. Совершенно верно. О скучных уроках с таким техническим арсеналом можно забыть. Учить историю, математику или физику куда проще, когда ты за одной партой с их основателями. Сейчас тоже революцию будем делать. Без нее в новую образовательную реальность не шагнуть. Советская модель просвещения восстановлению не подлежит для новой, такой же последовательной, как три десятка лет назад. Только начинают заливать фундамент. Те прорехи, которые вызваны перестройкой, вот этими сложными 90-ми годами, значит, они сейчас не просто латаются, а что-то перешивается и делается по-новому. Как раз за этими партами образовательная жизнь вновь началась с чистого листа. Гимназия с завидными показателями успеваемости удостоилась высокого исследовательского статуса, стала опорной для Российской академии наук. Будучи еще школьниками, этих ребят с головой погружают в университетскую программу. Мы получили доступы к материальным техническим базам наших региональных вузов. У первой гимназии на сегодняшний день есть договоры о взаимном сотрудничестве со всеми вузами региона. На курсы повышения квалификации учителя ездили и в Москву, и в Санкт-Петербург. Они и сейчас продолжают онлайн-обучение. В проекте базовой школы РАН до мелочей продумана не только образовательная программа. Непрерывная работа ведется и с кадровым резервом. Однозначно нужно укреплять кадры. Нужно заниматься учителями. Чем мы будем, государство к ним больше повернется лицом, тем они больше отдадут нашим детям. Эксперты уверены, от пытливых умов этих мальчишек и девчонок зависит вся российская экономика. Как только образовательный процесс хотя бы на полшага обгонит производственные амбиции, рубль перестанет бояться высоты. Яна Федорищева и Алексей Прохоров, Вести, Ульяновск. За Кубок Жадовского монастыря поборются сотни спортсменов из регионов Поволжья. Крупнейший турнир по ММА пройдет в субботу в Индии. Это уже седьмые состязания, в которых будут участвовать не только взрослые, но и подростки. Среди организаторов – Жадовский монастырь, при котором действует спортклуб «Пересвет». Цель была первоначально увести ребят с улицы, привить им как бы патриотизм, любовь к родине. С Божьей помощью, что считается, удалось. Потом уже, когда клуб набрал силу, расширился, мы решили проводить турнир. Турнир будет носить любительский характер, и никаких профессиональных бойцов в Индии не ждут, разве что в качестве зрителей. Любителям спорта обещают яркие поединки, которые не оставят равнодушными любителей единоборств. Открытие ровно в полдень. Впервые за кубок поборются женщины. Всегда ММА – это очень зрелищные бои. Там все стили – и бокс, и кикбоксинг, и борьба, и грэплинг. Поэтому человек, спортсмен, ну, действительно всесторонне развит и очень много чего может показать.
в бою. Вход в инзенский ФОК губернаторский 15 числа обещают сделать бесплатным, но количество болельщиков ограничат до 70%. Посетителей ждет обязательная термометрия. Ульяновская сборная школьниц по баскетболу стала одной из лучших в Поволжье. Окружной этап чемпионата школьной баскетбольной лиги «КСБаскет» прошел на территории 73-го региона. Самые сильные команды с берегов Волги сражались за путевку на всероссийский финал первенства. В финале наша сборная встретилась с командой из Мариэл. Упорная борьба до самой последней секунды финального матча. За награды высшего достоинства на паркете сражаются две лучшие баскетбольные сборные девушек в Поволжье. Ульяновская команда от дома принимает соперниц из Мариэл. На трибунах не просто зрители, участники окружного этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КСБаскет». Кто-то остановился в шаге от решающей баталии, другие из соревнований выбыли раньше. Но во время финала каждый поддерживает тех, с кем успел подружиться за 5 матчевых дней. Для ульяновских баскетболисток этот финал особый. До решающей стадии турнира они дошли впервые за 13 лет. Состав региональной школьной сборной сегодня один из самых сильных за все время проведения чемпионата. Девочки очень сильно старались и упорно тренировались на протяжении всего года. Я считаю, что достичь нам таких результатов помогла дружба, ответственность и наши тренера. До середины финальной встречи счет на табло был практически равным. Лишь ближе к финалу вперед вырываются гости из Мариэл. Но ульяновские спортсменки до последней секунды сражаются в каждом моменте. Даже ценой травмы девушки буквально вгрызаются в мяч. Желание победить преобладает над болью. Наши девчонки себя показали борцами, потому что легких игр практически не было. Но в каждую игру они выходили заряженные. Было видно, что они готовы бороться до последнего. Я уверена, что они безумно устали, но даже в сегодня финальном матче было много моментов, когда видно, что через силу они вытягивали мяч и не забивали. В итоге победу в финальной баталии одерживает сборная Мариэл, но взять реванш ульяновская команда может на всероссийском финале чемпионата. Главные матчи турнира пройдут в июле. Федеральный этап КСБаскета примет Киров. На площадках сойдутся лучшие школьные сборные страны. Артем Петров и Антон Дурнов. Вести. Ульяновск. И на этом наш выпуск завершен. Далее информация о погоде. Хорошего дня. Сейчас в Ульяновске 26 градусов. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 25%. Ветер юго-восточный 6 метров в секунду.